Горбуша по этому рецепту получается очень вкусная. Готовить ее очень просто, а подать можно не только на ужин, но и на праздничный стол. Сочетается рыба с любыми гарнирами и соусами. Соевый соус подойдет абсолютно любой рыбу. Кстати, можно даже не солить, так как соус достаточно соленый. Чтобы сократить время приготовления, рыбу лучше заранее очистить, вымыть и нарезать на кусочки. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте ингредиенты. В миску выложите кусочки рыбы, влейте соевый соус. Оставьте рыбу минут на 30. Затем каждый кусок обмакните в мяуке. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. В сковороде разогрейте растительное масло, выложите рыбу, если хотите, тогда можете ее посолить и поперчить. Жарьте рыбу на среднем огне до красивого и румяного цвета. Горбуша в соевом соусе готова. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Продукты и их количество. Далее. Горбуша 300 грамм. Масло растительное 40 мл. Соус соевый 50 мл. Мука 2 столовые ложки. Соль 1 щепотка. Перец черный молотый 1 щепотка. Количество порций 3. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Буду скучать без вас.